Был поднят сразу в операционную. Больной был в состоянии тяжелого травматического геморрагического шока с огнестрельным ранением правого бедра. Больной был ближайший буквально 20 минут начата операция, произведено ушивание разрыва бедренной артерии. Вот. Сейчас больной находится в тяжелом состоянии. Ранение артерии было такое на значительном протяжении, вот. Поэтому боролись за ногу. Ну, к счастью, ногу спасли. Все трое участников инцидента этого были призваны по 6-й волне мобилизации. И буквально через несколько недель, а то и несколько дней в начале октября, должны были отправиться домой после успешной службы. Преступник, который совершил преступление, был призван по 6-й волне мобилизации из Винницкой области. Также тот человек, которого он убил, 40-летний гражданин, также из этого региона, только из разных районов.